доктора Мэтьюза. Теперь он будет с тобой заниматься. Он мне понравился. Иди, он тебя ждет. Давай, скорей. Я тут посижу. Привет, Джоди. Входи. Меня зовут Нейтан. Нейтан Докинс. Я думаю, нам надо с тобой подружиться, узнать друг друга получше. Если ты не против, конечно. Нравится? Можешь взять его себе. Да, столько книжек. Я и сам их не все прочитал. Ну, а ты? Любишь читать? Может, хочешь присесть, поболтаем? На этой фотографии как будто бы самый обычный стол. Он сдвинулся на 5 миллиметров за 3 дня. Сам собой. Мы это засняли, ускорили пленку и увидели. Любопытно. Это моя жена Хелен и дочка Лора. Вы с ней ровесницы. Моя работа – исследовать странные явления и объяснять их. Ведь с тобой происходит что-то странное. Мама сказала, у тебя есть невидимый друг. Если не хочешь говорить о нем, не надо. Но вдруг тебе интересно понять, кто он. Этот друг с тобой уже давно? С рождения? Он призрак? Или, может, дух кого-то умершего? А можешь его нарисовать. Можно мне посмотреть? Значит, это и есть твой друг, и между вами что-то вроде нити. Он сейчас здесь? Просишь его показаться?
приказываешь ему, что делать? Айден не слушает ничьих приказов. Никогда. Он как лев в клетке. Мы связаны. Он не может уйти. И это его злит. Я-то его не держу. Я б его отпустила. Он меня иногда сильно пугает. Это он тебя так? Нет. Это чудище.